Звонок прозвенел, праздник начался. Дети в расцепную понеслись выискивать себе интересные занятия. Хотим пойти попеть. Попеть? А потом что хочешь еще делать? Потом хотим потанцевать. Здесь аж 7 локаций, почти такие же, как на официальном городском празднике. Например, арт-проспекты, фотозоны, а еще мастер-класс по танцам. В роли хореографов, кстати, сами дети. Ты тут заводила, да? Да. Расскажи, как ты тут вообще часто ведешь зарядку, дискотеку? Да. Ты не стесняешься? Пойдем. А почему? Как не стесняться, расскажи. Ну, это легко и просто. Легко и просто здесь не только пляшут, но и крутят фигуры из воздушных шаров. Перекручивай, перекручивай. Умничка, посмотри, как это все очень просто. А вы не боитесь шарики лопнуть? Нет. Вы смелые девчонки? Да. Есть овощная ярмарка. Напоминает кулинарное шоу 90-х «Вкусные истории». Здесь мастерят огуречных ежей и даже кабачковые подводные лодки. Детям, к слову, это не впервой. Тренировались с родителями дома и даже кое-что принесли на праздник. Это же лисичка из морковки с базиликом и петрушкой. И я мечтаю ее забрать себе домой, честно говоря. И если лисичка к концу дня города куда-то исчезла, наша съемочная группа здесь ни при чем. Заведующая рассказывает, этот праздник на самом деле занятие. Дети учатся договариваться друг с другом и планировать свое время, ведь оно ограничено. В течение одного часа будут совершенно свободно передвигаться, думая, что они самостоятельные, что они здесь хозяева в детском саду, что за ними никто не смотрит. Но на самом деле, конечно, это не так. И безопасность детей под контролем, их передвижение, перемещение и деятельность, конечно же, под контролем. Для этого у каждого ребенка именной бейдж. Тех, кто шалит, воспитатели штрафуют. Забирают у них за каждую проделку красные кружочки. С малышами, у которых не останется ни одного, побеседуют в группе. Кстати, это не первый такой час. В Вареньке их проводят уже год и всегда на разную тему. Недавно, например, была большая. Большая стирка. Детей учили правильно стирать и сушить вещи. Обучали их и оздоровительному массажу. Малыши от этой игровой формы в восторге. Даяна Эвельсон, Наталья Курцева, новости, 7-й телеканал.